Fly me to the moon. Let me play among the stars. Я решила начать очень необычно. С вечера решила принять ванну. Впервые, мне кажется, за несколько месяцев. Попробую почитать книгу. Не знаю, сколько будет хорошая идея читать книгу в ванной. Надеюсь, она не намокнет. Читаю сейчас вот эту книгу. Колин Типпинг. Здесь. Примерно. Помогла вообще мне в понимании многих вещей в жизни. Если вас беспокоят какие-то обиды, ссоры и прочее, я очень советую прочитать. Не сказать, что я довольна количеством пены. Видимо, нужно было выливать намного больше. Возвращаюсь домой, потому что я забыла карточки свои. Лифт подъехал. В общем, я забыла свои карты, поэтому решила вернуться, хотя такси уже подъехало. Но иначе никак, потому что я еду в кафе на завтрак французский, где мы будем разговаривать на французском. И нужно будет что-то заказать, потому что мы будем сидеть в кафе. Вот. И чем-то нужно расплачиваться. Если честно, я вообще ничего не понимаю, потому что я позвонила водителю. Спросила, где он, но он сказал, бегу-бегу. Я не понимаю, откуда он бежит. Очень интересная ситуация получается. Я стою рядом с машиной, а внутри нет водителя. Вот машина. А водитель сказал, что бежит. А у меня уже начинается платное ожидание, и я опаздываю. Что самое неприятное на завтрак. Тульского метро на загородное число работал, сейчас не работал. У нас там такой такси был интересный маршрут. И прям вот к светофору подъезжаешь красно и подбегаешь со всех сторон. Ну, человек, наверное, 10-15. Ну, как это, по машинам, да, гоняет. Ну, типа это, да, вроде помощь делает. Оказывается, это все это, фальшиво. Никакой помощи они не делают, зарабатывают так деньги. Представляете, оказывается, там есть один олигарх был, он их нанимал, как говорится. Пожалуйста. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Спасибо большое. Я опаздываю уже как минимум на 5 минут. Хотя уже успевала до этого. На самом деле никого не понимаю, потому что всякое бывает. Если я действительно хотела в туалет. Тут, кстати, какая-то книжная выставка проходит. Что это? Маркет. Бонжур. Реализация заказа. Так, у нас был план изначально поехать за город на экотропу, но сейчас пока что не знаем, Ваня что-то говнится. Да, я говнюсь, я не хочу никуда ехать, потому что не хочу. Сегодня мы позвонили с Яндекс.Драйв и сказали, что с предыдущей поездки какая-то царапина появилась, вот, поэтому у него пропало настроение. Да, да там, блин, они звонят такие, говорят, здрасте, скажите, пожалуйста, вы помните ту поездку? Были ли у вас какие-то инциденты? Я говорю, нет, ничего не было. Это царапина, как объяснить? Я говорю, какую? Ну, типа, открываю фото, которое сам же делал до и после, и смотрю, реально царапина. Даже не отвертеться как-то. Вот. Поэтому не знаем пока. Будем решать, потому что погода классная, может, просто прогуляемся, хотя можно прогуляться и за городом, по экотропе. Посмотрим. Солнце такое. Кстати, в итоге я опоздала на 5 минут на свой завтрак из-за того, что водителю захотелось в туалет. Вот. Ну, ничего страшного, бывает. А самое обидное, что у нас же есть свой автомобиль, которым мы не пользуемся. Но мы его сдаем. Точнее, Ваня. Это Ванин автомобиль.
и вместо этого ездим на каршеринге раз в месяц. Он запрещает мне называть его нашим автомобилем. Неправда. Правда. Я зарегистрировалась в приложении City Drive, потому что моего аккаунта там не было. И получилось почему-то, что аренда машины на 6 часов на 70 километров у меня будет дешевле, чем у Вани. Хотя у меня стаж 1.5 года. А у тебя какой стаж? 10 лет. 10 лет. Жесть. Классный здесь большой, оказывается. Такой туалет тоже необычный, красивый очень. В общем, не знаю, если честно, я хочу поехать на экотропу, потому что мы практически все выходные проводим так, как сейчас. Просто где-то ходим, гуляем, кушаем. Вот, хочется куда-то съездить за город, потому что мы уже живем в Питере 1.5 года и особо никуда не выбирались. Кто? Домик вообще, избушка какая-то. Забавно. Вот так вот проходят наши французские завтраки. Мне очень сильно нравится. Это очень сильно помогает разговорной части французского языка. И, кстати, хочу посоветовать, если вы учите какой-то язык, очень классное приложение есть. Во-первых, сейчас я пользуюсь приложением Duolingo. Это не реклама, я как бы супер-микроблогер, чтобы они со мной сотрудничали. Вот, это просто моя рекомендация. Очень классное приложение. У меня там уже 260 с чем-то дней. Это называется Strike. Вот. И очень классное приложение еще. Почему-то я закрылась дверь. Было очень неловко. Какая-то ячейка здесь еще и там тоже. Интересно. А, туда нельзя. Прикольно. И второе приложение называется Drops. Там бесплатные 5 минут в день дается, но это приложение, мне кажется, помогает мне лучше выучить французский, какие-то там слова и прочее. Ой! А что это такое? Индийская церковь? Церковь в Индии? Ты что, в смысле индийская церковь? В церкви не христианство. Ой, в церкви. В Индии не христианство. Выставка из серии шведского прихода церкви Святой Екатерины Санкт-Петербурга. То есть это выставка, это не церковь. Ну, здание. Ну да. Как Швеция. Посольство, наверное. Видимо. Видимо. Но я не видите, прям вот все бросаю и начинаю как-то попробую просто один видосик. Угу. И именно вдумчиво попробую. То есть не делай типа все то же самое, что ты на телефоне делала. Угу. А посмотри, какие там есть инструменты, какие там открываешь. Угу. Потому что вообще в идеале, конечно, с мышкой это делать. Потому что это еще гораздо удобнее. Да? Да. То есть мышки надо купить. Мышка есть дома. Большая печенка место. Вообще, это я придумала шутку. В смысле, ну в отношениях нужно выражать эмоции. Ну я стараюсь. Мне тяжело дается, но я стараюсь. Я начинаю с эмоций идиотизма. Вот я их хорошо выражаю. Поэтому ты научился у меня. Не, ну вот, допустим, я вчера узнал, что у злости много градаций. И самая, типа, маленькая градация злости, ну, то есть самое такое слабое начало, это несправедливость. И то, что я воспринимал как за чувство обиды, это на самом деле чувство злости. То есть я не обижаюсь. То есть ты обижался? Я злюсь. Нет, не обижался, а злился. Да. Из-за несправедливости? Типа да. Потому что вот я вот у себя в голове что-то нарисовал, оно вот не совпало. И я такой, не справедливо. Вот так вот. Забрели в какую-то улочку, зашли в какую-то лабораторию с ароматами. Там был очень интересный аромат.
со вкусом говна. Это реально там, как там, было в фекалии. И так получилось, что девушка испугалась, когда я его открыла, потому что он очень сильно пахнет. И пыталась выходить у меня его из рук, и он у меня упал на пиджак, и теперь пиджак у меня пахнет какашками. Наливайте любое вдохновляющее зелье. Оно привлекает, но пускай это... Все можно трогать. Спасибо. Детективная? Да, детективы здесь вот есть. Вот это? Вполне себе. Спасибо. Чем-то интересно, но прямо... Ну, походите, подумайте еще. Песочные часы – это время. Хлеб – это ежедневная забота. Так, и морской конек. Это авантюризм, отвага, сильный характер. Я спросила, каким образом мне развивать канал на YouTube. И там выпало, короче, время. Что нужно время. Потом там выпало хлеб. Это значит, что типа ежедневная какая-то рутина. И там выпал еще конек, морской конек. И это означает авантюризм. Понятно. А я собрал кубик Рубика, и мне вручили приз. А что это? Распечатка? Постер. Постер? И куда ты его наклеишь? Никуда. Пробросить шайбу через ворота. Чем дальше шайба, тем больше очков. Так. А результат? О, почти. Но не попал. Считается или нет? Первый я. И поищем мальчик. А здесь надо шашками. Видишь, там вдвоем надо играть. Надо шашками. Я с тобой пойду. Да? Давай. Одна семерка. Надо выбить чужую шашку, а свою, самому попасть в круг. А здесь что надо делать? А можно просто попасть? А потом посчитать, кто выиграл. Ты все мои выбил, так, ну, конечно, честно. Ну, так это правила честно. Такие. Такая вот тусовочка. Как тебе? Фантастически. Понравилось? Я в восторге. Больше всего мне понравилось, что за то, что я собрал кубик Рубика, мне подарили картинку распечатанную. Это просто фантастика. Ну, правда, что понравилось? Игра какая понравилась? Кидаться опять колечки? Нет, керлинг. Да, я просто играл в настоящий керлинг, это очень прикольно, я тоже прикольно. Подожди, керлинг это какой? Который мы с тобой играли, да? Да. У тебя сначала не получалось вообще? Я так тепло выработал и выиграл. Самое неприятное место, где можно гулять в Питере, это на Невском. Потому что здесь всегда огромные толпы людей. Кстати, сейчас еще... Людей не так много. Да. Сегодня вообще пусто. Да, по сравнению с тем, что обычно, сегодня очень немноголюдно. Очень жарко, мы не ожидали, что так жарко будет. Алиса нам наврала с утра. Мы уже направлялись в сторону еды, как вдруг решили сходить в ВК-музей. Вчера были в таком же Яндексе. Просто магазин. Миленькие мемчики.
что надо? Очень красивый магазин. Мы пришли в одно из наших любимых мест. Это Eat Market. Вот. Ваня просто обожает эти супчики. Да, Фобом. Я тоже буду. Мне очень нравится это место тем, что здесь есть разные кухни. Мы приняли решение никуда не ехать сегодня, ни на какую эко-тропу, потому что мы устали и в целом как-то жарко. Вот. Поэтому поели. Сейчас поедем спать. Что, едет? Едет. Есть такие шоколадки, которые я очень люблю. Они очень маленькие, здесь буквально 20 грамм. Мне какие-то вегетарианские и очень вкусные. Я решил сегодня попробовать белый грейпфрут. Белый? Это что, грейпфрут? Я думала, это лимон. Нет, лимон. Это грейпфрут белый. Ого. Он чуть поменьше, мне кажется, он поплотнее, посуше должен быть. Больше, по-моему, похож. Во, смотри, пралине, это 20 грамм. Пралине? Слишком сладкий. А какой ты хочешь? Можно какой-нибудь, не просто пломбир, а просто не сладкий. Может, сорбет какой-нибудь? Сорбет не сладкий, ты прикалываешься? Пломбир маленький. На двоих нормально? Да, нормально. 281 грамм за глаза вообще не говорит. Да, нормально. Мы уже дома, находились, нагулялись и очень сильно устали. Сейчас время, наверное, где-то 4. Алиса, сколько время? 16 часов 14 минут. Да. Кстати, я всегда могу. Никуда так и не поехали, ни на кого экотропу. Надеемся, что получится на следующих выходных. Возможно, я поведу машину. Так что подписывайтесь. Но это еще не весь влог. Посмотрим фильм сейчас, который называется «Поймай меня, если сможешь». Если режиссер Стивен Спилберг. В главных ролях Леонардо Ди Каприо. Хочу с вами поделиться сейчас своими впечатлениями от просмотра этого фильма. Мы смотрели фильм «Поймай меня, если сможешь» Стивена Спилберга с Леонардо Ди Каприо. И под конец фильма я почему-то поняла, что этот фильм снят по реальным событиям. Поняла это еще до того, как появились субтитры о том, кто был главным героем и как дальше сложилась его судьба. И что еще я заметила при просмотре этого фильма, там часто мелькали сцены с аэропортом, и часто были стюардессы. Образ стюардессы, он очень сильно сексуализируется в фильмах. Стюардессы все такие прям конфетки, и все на них смотрят с таким восхищением, как на небожителей, в прямом смысле. И я, поскольку я раньше работала тоже стюардессой, работала 4 года в Аэрофлоте, я понимаю, что это образ, это просто навязанный фильмами образ. Стюардессы не идут как такие хохотушки, все хихикают, болтают, общаются. В большинстве случаев после рейсов они просто никакие плетутся до дома. Ну, понятное дело, это не то чтобы сильно заметно визуально, но в целом состояние это можно охарактеризовать именно так. И хочу рассказать, чем я занимаюсь сейчас перед сном. Поскольку сегодня у нас воскресенье, то есть завтра начинается новая неделя, я заполняю свой ежедневник. Вот мое самое любимое. Это трекер привычек
он просто, я не знаю, срабатывает на ура. Реально хочется заполнять каждый вот этот вот, обводить кружочки, чтобы все было заполнено. Я еще тут записываю иногда, вот, например, 10 минут. Вот, растяжка тоже 10 минут, например. Чтобы у меня не было такого, что перед сном я такая, блин, я не растягивалась, и пошла минутку, растянулась и закрасила кружочек. Вот, поэтому я обязательно пишу время. И хочу поделиться с вами еще одной новостью, какой-то моей небольшой идеей, или не идеей, а просто нововведением в мой канал. Я думаю над тем, чтобы начать проводить какие-то небольшие розыгрыши, но приятные, из той же косметики, из золотого яблока, например. И в целом мне нравится дарить подарки, мне нравится делать приятные, и тем более мне нравится дарить классные подарки, такие, которыми пользуюсь я, которые нравятся мне. Вот, поэтому я сейчас в размышлениях, точнее, не так, я приняла решение, но пока думаю, как все это реализовать. Поэтому да, если вы хотите в будущем принимать участие в моих розыгрышах и вообще, возможно, если вам понравился мой канал, понравилась его атмосфера, мои мысли и прочее, хотя в этом видео, мне кажется, я не полностью пока что еще раскрылась, ну и в целом на своем канале, вот, я думаю, я надеюсь, я уверена. В общем, я буду делать все возможное, чтобы видео становились с каждым разом все лучше и лучше. А, дай же мне шпил, у меня есть никакой хорошая вещь. Пиво?